Ночь, кувалда, магазин. Воры в Санкт-Петербурге унесли товары на 2 миллиона рублей. Они разбили витрину и спокойно унесли из магазина дорогие брендовые куртки. Владелец бутика узнал о случившемся только утром. Подробности громкого ограбления у моей коллеги из Санкт-Петербурга Елизаветы Литавиной. Буквально за 2 минуты, как говорит директор этого магазина, произошло ограбление. Они подъехали на микроавтобусе, вот как раз к этому стеклу разбили кувалдой, как он предполагает его, потому что здесь есть еще защитная пленка, и проникли в магазин. Там была одна вешалка с кожаными куртками. Как он говорит, это один из самых дорогих магазинов в торговом комплексе. Не сработала сигнализация в этот момент. И уже сотрудников полиции вызвали очевидцы, которые прогуливались здесь вдоль торгового комплекса ночью. И вот увидели то, что окно разбито. Но вот, кстати, даже не все успели схватить с собой злоумышленники. Оставили вот здесь вот на лестнице еще несколько курток. Примерно в 2 часа ночи произошло ограбление, и вот буквально с одной вешалки они, то есть, как предполагает сам директор магазина, уже знали, куда конкретно идти и какой товар брать, потому что эти куртки оказались в магазине самыми дорогими, которые вынесли из него. Елизавета Литавина, Светлана Шанькова, Live 78.